новых площадок. Я бы хотела уточнить по поводу, во-первых, кто будет их делать, во-вторых, сметная стоимость, что будет входить в благоустройство этой площадки, сколько контейнеров, будет ли место под габарит, как они будут выгружаться, и площадки разворота, кто это будет делать, все. То есть надо четко понимать, чтобы создать площадку на накопление ДПО, нужен подъезд, площадка разворота, нужна площадка под контейнера, нужны сетки или какое-то ограждение, чтобы ветром не разносило, я так понимаю, с трех сторон. Поэтому ну, прошу вот этот вопрос пояснить. В этом году мы рассматриваем те варианты площадок, чтобы там уже существующий подъездной путь должен быть. То есть подъездные пути мы не можем в рамках краевой субсидии выполнить новые. То есть мы будем рассматривать там, где есть подъездные пути, и в этом месте мы будем устанавливать контейнерную площадку. То есть в эту стоимость входит это планировка грунта, бетонное основание, металлический каркас и вокруг сетка. Угу. С крышей? Или контейнера будут с крышками? Нет, будет кровля. Угу. Вот, под крупногабарит отсек, который будет сделан, то есть у нас одна такая площадка, где будет 4 контейнера и один крупногабарит, под крупногабаритом кровли не будет, будет только под контейнерами. То есть из всех площадок, которые вы перечислили, одна будет под крупногабарит, остальные все это просто. Где? Это где? Просто какая? Какая именно? А в каком на, месте? На южную, наверное. Скорее всего, скорее всего, да, южная будет.